сегодня наш комплекс будет посвящен зажимам в теле. Нам с вами нужно обязательно работать над верхним плечевым поясом, над тазобедренными суставами, а также над нашими ногами. Поэтому следующее упражнение рекомендую делать всем. В гостях в нашей постоянной рубрике балерина Ирина Варфоломеева. В 10 лет впервые встала на пуанты. Считает очень важным уметь снимать напряжение в мышцах, приводить их в тонус и подготавливать к дальнейшим нагрузкам. Первое упражнение выполняется в исходном положении стоя. Мы становимся с вами ровно, стопы располагаем под тазобедренными суставами и выводим наши руки вперед, сгибаем в локтевом суставе на угол 90 градусов. Открываем грудной отдел, уводя руки назад, и также его закрываем, округляя спинку и немного закрывая грудной отдел обратно. А расскажите, для чего конкретно это упражнение? Это упражнение необходимо нам для того, чтобы получше раскрыть плечевой пояс. Ведь в повседневной жизни мы все зачастую сутулимся, а это укращает нашу грудную мышцу. Когда мы открываем руки в сторону, мы ее растягиваем и, как следствие, раздвигаем плечи и отодвигаем их назад. Продолжаем. Второе упражнение мы делаем, развернувшись лицом к стене. Поднимаем наши руки, упираем их ладошками в стену, одну из ног выставляем вперед и постепенно сгибаем колено-сустав нашей передней ноги к стене. Так мы растягиваем ахилл, подколенное сухожилие. Очень полезное упражнение не только для простых людей, но и профессиональных артистов балета, потому что от большого количества танцев у нас забиваются тоже икры, и их надо максимально растягивать, чтобы снять усталость. Сейчас мы будем делать третье упражнение. Исходное положение для него неизменно, также лицом к стене. Мы с вами теперь не тянемся к коленным суставам, оставляем наши ноги полностью прямыми, а будем тянуться к стене грудным отделом. Это поможет нам улучшить мобильность плечевого пояса, а также раскрыть грудной отдел. Давайте попробуем. Давайте. Наталья, благодарю вас за этот комплекс упражнений. У меня расправились плечи, размялись ноги, вытянулись икры. Я рекомендую выполнять эти упражнения ежедневно. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!